Варвару себя снимаешь? Я перископ пытаюсь, связи нет. Вот свя... Вы кто? Мы... Ну... Смотрите дальше. А то я... Провокатор пошел. Давай притормозим чуток, выровняемся. Вот этот лента поедет. Хотела почтить память политика, оппозиционера. Ну, как бы, мало таких людей было, на самом деле. Он близок мне своей политикой, ну, как бы, что он был против нынешней власти. Как бы, я тоже против этой власти. Вот, получается, а шествие, как бы, ну, оно объединяет, мне кажется, вот, людей. Что все-таки есть люди, которые не согласны. Надо почтить память человека и... Очень приятно объединиться в такие редкие моменты с другими людьми. Ну, знаете, человек живой всегда, который, несмотря на что отстаивал свою позицию, рисковал собой, мы не все такое можем делать. Ну, мне кажется, сейчас по двум причинам важно. С одной стороны, эта дата теперь как бы всегда будет траурной датой, поэтому многим людям очень хочется все-таки как-то выразить... Все переживания, которые вызывает, да, эта трагедия, это с одной стороны. А с другой стороны, здесь сейчас, наверное, необходимо подчеркивать, какое количество людей следят вообще за ходом расследования убийства, и что вообще очень много вопросов есть в процессе этого расследования, и люди выходят, чтобы показать, что мы следим, мы интересуемся, и мы действительно хотим, чтобы не только исполнители, но и заказчики настоящие были найдены. Власть боялась тебя живого, боится тебя и убитого. Ты с нами. Борьба продолжается. Уважаемые граждане, возбудительная просьба. Уважаемые граждане, проходите, не задерживайте. Не мешайте проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, проходите. Не задерживаться.
Не создавайте затор на тротуаре. Не мешайте.